Всем привет, друзья, всем лучей добра. Не таких лучей, как здесь, здесь их нет. В игре I Shall Remind стоит играть рубрика, и мы продолжаем прохождение игры. Мы должны выжить. И мы идем навстречу своей судьбе. Продолжаем, друзья мои. Мы, если вы помните, в первой части забрались, дошли до места, дошли до точки и забрались в какое-то подвальное помещение. И здесь нам нужно тоже найти местечко. А что ж такое-то? Волкер. Карта. Да, нам всем в другую сторону. На всякий случай проверим, что есть здесь. Здесь у нас опять чертяги. Понятные существа, монстры. Ручьи. Твари, которые здесь обитают. С большими головами, с какими-то руками страшными, как мечи, иглы. Ну ничего, мы прорвемся. Так, здесь был живой человек. Батарею не взять. А вот Repair Kit. Мы можем отремонтировать винтовку. Так. Repair. Можно скрапом отремонтировать, а можно репайр китом. Понятно. Это мы поняли. Двадцать из 20 было, да? Дурабельти 23. Понятно. Ремонтится не на все 100. Окей. Возьмем книжечку, прочтем. И нам дали интеллект еще. Ай. Ай. Да на тебе. Еще жив, на. Ой-ой-ой, сзади приползли, приползли, твари. Итак. Кританул. Кто еще хочет? Откуда вы все? Откуда? Ай-яй-яй. Хорошо. Где-то еще здесь. А вот она где. Ах уж, ежики. Берем мину. Их слишком много здесь. Так, а что будет, если мы пробежим? Это не очень, наверное, хорошая была идея. Аптечка. Так, себя не стоит закрывать. Ой-ой-ой, сколько. Сколько ж вас здесь, а? И гранат нету. Давайте попробуем мину поставить. Поставил мину. Бах. Вот это было хорошо. Вот это было хорошо. Было очень хорошо. Практически всех разнес. Давай, давай, крутись, вертись. Так, патроны еще взяли. Кто там такой? Ай, ай. Ты какой-то головастик. Сейчас взорвется, наверное. Да. Ах, ты задело все равно. Посмотрите, а.
Вот эти парни взрываются. Блин. Не вовремя так. Я же спасаю человечество, мама. Блин, подожди. Алло. Да, дорогая, все хорошо? Все в порядке. Ты куда едешь? Точно? Хорошо. Все великолепно. Хорошо, я спасаю мир пока. Это... Сначала спасу мир, потом приготовлю поесть. Давай. Целую. Пока. Вот так. Лучше бы поесть приготовил, вместо того, чтобы спасать мир, сказали мне. Но я так просто не сдамся. Так, нам наверх. Мне кажется, мне надо все-таки взять какое-то ружье. Какое-то, вот, допустим... Давайте пекаря раздолбаем все-таки. По полной. Так, здесь что-то... Ого, посмотрите, посмотрите. А-а-а! Да что ж ты за пистолет такой? Урон по 12. Ты серьезно? Ай, у них какие-то оружия уже. Черт, страшно, ребят, блин, ман. What the fuck? What the fuck, реально стрёмно. Жесть. Че у них в руке? Так, нету оружия. Нет патронов. Давай, Томпсон. Есть патроны? Есть, ты всегда выручал. Всех, всегда, во все времена. Перезаряжайся. Да давай, что за дамаг-то? Ну взрывайся. А своих он не трогает? Что за дамаг, а? Томпсон, мать твою. Минимальный какой-то дэмэдж был. Так, что это такое? Блин, заражение тут у меня. Level up. Супер. Level up. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас есть в оружейном, да? 5% шанс атаки, 8. Дэмэдж плюс 10. Хорошо. Что это такое? Хелс, а, регенерация. Ну все, супер. Отрегенились. Одно очко есть, но мы никуда потратить его. А, можем, есть, вот. Так, Combat Life Saver, плюс 20 хелсы, да, жизни и плюс 20 стамины. Филиппин Insurrection, плюс 5 дэмэдж, Япон Атака Рэндж. Вот это вот тоже хорошая вещь, Jump School. Дэмэдж плюс 5. Япон атак мили. И без оружия, да? Вплотную. Давайте возьмем Филиппин. Все-таки в этот раз будем такие в плане смешивать будем все-таки. И в мили, и потому что здесь в мили не особо-то круто получается, на самом деле. Жесткие ребята. Так, здесь что-то есть.
Мы идем, я думаю, в правильном направлении. Так, и что такое? А вот и мы нашли патроны. Патроны, мина. Супер. То, что нам нужно. И здесь можно найти. Давай, давай, давай. Еще разок. С первого раза не получилось. Так, отлично. Патроны. То, что нужно. Так, бутылочка воды. Что здесь? Забаррикадировано. Ну, как обычно. Ну, конечно. Конечно, забаррикадировано. Как же иначе? Так, патроны, гранаты. Супер. Обходим. Бежим в обход. А здесь? Тоже. К сожалению, нам придется обходить. Я думаю, даже очень-очень хорошенечко обходить. Так. Здесь ограждено. Идем под другое место. Так. Что это такое? Ё-моё. Ой-ой-ой. Ё-ёй. Что это за хрень такая? Ты чё там пускаешь меня? Вот это не очень круто, конечно. Ай-яй. Уходим. Нас уже поджарят сейчас, чёрт. Так, аптечка Ку. Что за нахрен вообще такое? Что это за жесть, ребят? Ай, ай. Уходим, уходим. Ё-моё, здесь еще какой-то чертяк. Так, через дверь никак, да? Давай, аптечка. Черт, накаляется. Что за жесть? А кто меня грызет все? Что за фах вообще? Давай! Нам нельзя умирать. Нельзя умирать. Так, минус. Кто-то. Он идет за мной. Ах, ты ёпти. Так, все, нет. Нет, патрон. Нав. Здесь тоже нет, по-моему. На что есть? На дробаш. На дробаш есть патроны. Так. Почему я умер? Что за бред? Чего я умер? Ты где? Ой, блин! Как они пролетают-то через это все? Короче, у вас тут нереально много, ребят. Сначала с вами надо справиться, вы мне будете мешать постоянно. Это вообще жуть, короче, какая-то. Давай, поехали. Где вы еще? Такой гаденыш обходишь, да? Так, вот. Расчистим сначала нам обстановочку.
чтобы никто нам не мешал. Да-да-да, вот так вот по кругу. Будем. Босяра, вот тебе и на. Просто... Зверь какой-то. А вот они еще двое. Побежали. Берем ствол. Какой ствол у нас есть? Давай с пистолета постреляем. Давай. Я тебя сделаю. Патроны! Черт! Так, на этот тоже нет патрон. Автомат. Давай, перезаряжай. Ай! Черт! Черт, черт, что делать-то? Нет, дробаш есть. Его иммунитет какой-то. Один. Ну что это за дамаг такой? Жесть. Мне так не пойдет. Блин. Вплотную, нереально вплотную его крошить. Что же делать-то, ё-моё. Может, гренами закидать? А, у нас есть одна граната. И куда ж ты кинул ее, ё-моё. Уходим. Он сейчас за нами пойдет. Уходим, мать ваша. Нет, только не в угол загонять. Ай. Ай. Беги. Так. Так, 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 так. Бутылка воды. Граната. Мина. Отстань, отстань от меня. Уходим. Давай бутылочку воды выпей. Что-то вообще вялый. Так, что здесь такое? Процесс сохранен. Нам нужно патронов найти. Дробаш это, конечно, хорошо, но у меня есть. Все? Ничего не, нету здесь.
Что это? Так. Дэмэдж 13, 17. 20. Получше будет, да? Да, вот этот мы можем. Дроп дис... Ага. Дестрой. А скрап метал. Так. Этот получше, да, Томпсон даже. Что нам делать без патрон? Без патронов. Да, явно мы не умеем стрелять. Дробаш — это что-то вообще с чем-то. Так, патроны на пистолет. Патроны на пистолет. Виски. Энерджайзер. Вот, восстанавливает. Угу. Супер. Так. Хил бонус плюс 25%. Стамина плюс 25. Стамина нужна нам. Явно. Угу. Так. 17 патронов, да? Хватит нам? Как ты? Попасть. Охренеть. Ага, понятно. Все, нет патронов. А побежали дальше. Попробуем с монтировки. Давай с монтировочки. А вот сейчас он меня минуснет просто. Охренеть. Убегаем. Давай. Пробегаю я дальше. Просто все. Выпил все. Все, что есть и чего нет. Че, я получается в его комнату опять иду? Он заколебал, а? Мне его надо завалить. Как угодно. Грена. Да что ж такое, а?
Иди сюда, мать твою. Иди сюда. Давай, давай, умри! 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 Да ежишь. Чего, у меня не аптечек? Ни черта. Не осталось. Что за жизнь? Это было сильно. Даже. Ни патронов, ни аптечек, ничего. Что за стрелочки? А, это город. Квест, так, взял квест. Набираем квесты. Все, все собрал почти, да? Здесь закрыто. Еще здесь есть выход. А, так, нам на зелененькую. Прям взял. Поспать. Здесь можно поспать. Это хорошо. В норму привести себя. Водичку. Так. Давайте его разберем. Такой вот вообще ни о чемный дробаш. Кастет обычно разобрать и
тоже так. Три очка. Ага. Так, рефреш стамина 10%. И medical kit 15%. Одно очко у меня. Понятненько. Шанс похилиться. И medical kit плюс 15%. Рефреш стамина. Давайте аптечку возьмем. Все, можем здесь поспать. Остановиться. Сильно, ребята, сильно. Очень все серьезно. Набрали заданий. На этом мы закончим сегодняшнюю серию, ребята. Было страшно, было сложно убить этого толстопуза. Но мы смогли. Всем спасибо, друзья. С вами был Лукофрения. Лучей добра всем. Играйте в хорошие игры. И в I Shall Remain стоит играть.